России разные народы с давних пор. Одним тайга по нраву, другим степной простор. У каждого народа язык свой и наряд. Один черкеску носит, другой надел халат. Один рыбак с рождения, другой оленевод. Один кумыс готовит, другой готовит мед. Одним милее осень, другим милее весна. А родина Россия у всех у нас одна. Так в далекий 1941 год весь советский многонациональный народ стал на защиту своей родины против фашизма. Враг натолкнулся на несокрушимую силу дружбы советских народов. Наши предки ради победы прошагали 3000 километров от Волги до Берлина. Не зря говорят, мы едины, потому непобедимы. Мы решили объединить воспоминания наших родных, участников Великой Отечественной войны, в книгу памяти. А также посвятить очередной выпуск классной газеты «Искатели» 70-летию Великой Победы. Его прадеда направили в военно-морское авиационное училище в городе Николаеве на Украине. А мою прабабушку гнали в фашистский плен через всю Прибалтику. Я не помню своего прадедушку, но мне про него рассказывали мои мама и бабушка. Прадед воевал с японцами на Тихоокеанском флоте. А моя прабабушка ковала победу в Тулу. В нашем городе много памятников и мемориальных таблиц, в которых мы видим героев, представителей разных национальностей. Они в тяжелый и решительный момент для страны встали рядом, все вместе. И отразили удар, и гордимся подвигом всей народов нашей страны. В нашем классе учатся ребята разных национальностей, и это делает нас богаче. Крепче наша дружба, так как мы узнаем и принимаем традиции разных народов. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная.